Я приветствую всех, кто зашел на это видео. Меня зовут Татьяна. Сегодня мини-обзор нового для меня томата американской селекции Тома Вагнера. Распространенный этот сорт еще мало у нас в России. Называется «Русский казак». По срокам созревания среднеспелый. Можно выращивать для теплицы открытого грунта. Куст у него компактный, низкорослый, 100-120 сантиметров. Лист простой, цветочная кисть тоже простая. Завязывать 4-6 плодов. Формировать можно в 3 стебля. Плоды очень красивые, плоско-округлые, иногда с небольшими ребрышками возле плодоножки. Чувствуется у черешка в стадии роста легкий антоциан. Основной фон розовый, с зелеными полосками, которые со временем приобретают редкий металлический оттенок. В разрезе розовые. На вкус мне показались довольно-таки кислые, но ароматные. Мякоть сочная, маслянистая. Сейчас я еще разочек хочу попробовать. Может быть, вкус изменился, так как первый плодик, когда снимала, не очень-то он мне показался приятным на вкус. Но кто любит обыкновенный томатный, кисло-сладкий, то это именно томат для вас. Ну да, кисловатый, конечно, помидорчик, но пригодится для засолки, консервирования, ну и для салатов тоже. Всем пока!